Сезон арбузов не за горами. Соль-Илецкие бахчеводы обещают, что ягоды хватит на всех. Все подробности у Анастасии Фионовой. Я, если честно, их насквозь вижу, как рентген. Вот он красный, можем разрезать, попробовать. Свои 6 гектаров Петр Есипчугов засеял преимущественно поливным арбузом сорта «Продюсер». Его бахчевод любя называет трактором. Все потому, что тащит при любых погодных условиях. Вот и в этом году не подвел. Выстоял в холод, в дождь и показал какой-никакой результат. 46 тонн с гектара. Этого хватает, чтобы обеспечить рынок области, отправить товар в оренбургские сетевые магазины и в другие регионы страны. Бывали года, когда урожай был до 120 тонн. Но цена была 2 рубля. Сейчас продаем по 6,50. Неурожайные на других полях Соль-Илецка. Суходольные и поливной пересеивали несколько раз. От ливни и ветра особенно пострадало ветлянинское поселение. Сегодня в городском округе убирают всего 25-40 тонн поливного арбуза с гектара. В прошлом году в 3 раза больше. Первые поливные арбузы в Соль-Илецке начали убирать в начале августа. И, как говорят, из-за влажной весны по вкусу они были не очень. А вот уже сейчас, к концу месяца, они набрали необходимый сахар. И вкус. Очень вкусно.